а творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли, ресторан «Красота до бьюти», творческой студии позитивного мышления, Татьяна Салмановна Мактум, Сайфудин. Приготовилась такой ужин, как в Париже. Сейчас принесу, буду кушать. Сварила макарошки с соевым мясом, вареные макарошки с соевым мясом, с капустой, с подсолнечным маслом, с кетчупом царский, салатик из свежей капусты с подсолнечным маслом, немножко солькой. Яндекс показывает, что в Петербурге 16 градусов, такая погода немножко прохладненькая, ну 16 градусов. Нужно, наверное, так еще. Хотела еще картошечку почистить, думаю, с картошечкой, но решила, чтобы побыстрее. Быстрее сделать вот такой ужин, как в Париже. Thank you.
Наслаждаться собой, летней погодой, летом в Санкт-Петербурге, белыми ночами. Немножко посолить надо еще макарошки. Сейчас немножко посолю. Сегодня я засняла огромное количество видео, много часов видео. Вот в моей квартире. Загружаю, постепенно загружаю на мою страницу ВКонтакте. Татьяна Салмановна через дефис. Мактум Сайфудин через дефис. На мой канал Ютуба. Татьяна Салмановна. Мактум Сайфудин на русском, на английском языке. Видео в рамках моей программы творческой студии «Позитивное мышление».
Соленые макарошки. Сегодня на видео читала «Веления вознесенных владык», «Формулу денег» из книги Sunlight, которую выписывала вот на отдельной странице. Надо было еще 90-й псалом прочитать. Обычно я утром и вечером читаю 90 псалом. Ну или хотя бы один раз там утром.
книжка с моей библиотеки. Оргазм, руководство для женщин, секреты нереального удовольствия. Представляете, какое название у книги? Очередная книга из моей библиотеки «Позитивное мышление, смежные науки», также тантра, тантра-йога, оргазм, руководство для женщин, секреты нереального удовольствия. Дженни Хэйр. Еще даже не смотрела эту книгу, ну может быть так чуть-чуть посмотрела, не читала. Но название такое манящее, правда?
Вообще, как днем. Ну, в принципе. Я просто смотрю по видеосъемке, как видеосъемка получается. Вообще, сколько светло на улице. Вечер, как светло. Сегодня на одном из моих видео, которое я уже загрузила, я начала говорить про красоту, что кожа, понимаете, должна быть кожа хорошая. Стала тут задумываться, несколько раз позагорала на моем балконе, вот. Так я, в принципе, уже давно не загораю как-то там. Особо. Ну, специально, знаете, чтобы так загорать. Просто некоторые как бы берегут
берегут кожу, берегут, чтобы кожа была светлая. И важны еще очень положительные эмоции, внутреннее состояние, знаете, как там, внутренний детокс организма, положительные эмоции, вы знаете, быть гармоничным, спокойным, потому что я вот обратила внимание, что если какие-то такие, знаете, какие-то злобные мысли, или какие-то боли, или там что-то такое, как говорится, это отражается на внешности, на лице, на мимике, вот, и в общем как-то... Это как сохранить молодость, привлекательность, красоту. Советуют правильно питаться, правильно вести правильный образ жизни, позитивно мыслить. Как советует Наталья Правдина, сон, спорт, секс. Достаточный сон, достаточная такая активность для организма, чтобы поддерживать его в форме, в тонусе. Ну, для кого что? Для кого ходьба, для кого бег, для кого танцы какие-либо. Каждый для себя сам выбирает. Кстати, я тут недавно, я же первую серию вам загрузила от клиники счастья. Вот. А вторую серию там нельзя было по Ютубу посмотреть. Это вообще сериал. Пишет, что правообладатель запретил. Вот. Ну, я тут на днях посмотрела вторую серию. Вообще интересный такой сериал. Я подумала, что может там, я не знаю, когда он там. Если раз сериал, то здесь должно быть много серий. Первый раз вижу, чтобы сериал, как говорится, какой-то правообладатель, чтобы нельзя было посмотреть на этом, на Ютубе.
только не понимаю, зачем сценариста написали такой сценарий, там же показана клиника, вот эта вот женщина, которая, ну такая главная как бы героиня, ее семья, ее муж, они так вместе в клинике работают, взрослый сын. Зачем сценарий такой вот, проблемы такие у нее в семье? Ну, принимала бы пациентов, или они хотели сказать, что даже вот у нее тоже проблемы. Мне это чтобы показать такое счастливое, знаете, ну может быть как-то это люди не очень любят смотреть, или это как-то очень, я же не знаю, показали бы счастливую жизнь. В смысле, ну хотя бы там у главной героини счастливую жизнь, что у нее все хорошо в семье. Надо вспомнить в моем мемори, смотрел ли какой-нибудь фильм такой, что счастливый, что показывает мне счастье, счастливую семью. Такой фильм про счастье. Ну, например, семья, несколько семей, все хорошо. Или только одна. Почему я и смотрю, там стала сейчас меньше роликов заснимать Светлана Ермакова. Только Светлана Ермакова так вот говорит, что она, говорится, живет без плохого настроения, счастлива со своим мужем. Но вы обратите внимание, какая у нее философия. Она живет без плохого настроения, но она не позволяет, она любит себя. Она не позволяет внешнему миру вторгаться в ее хорошее настроение. Экзампл. Хорошо, экзампл. Скажу вам экзампл. У нее такая философия, что человеку нужен двойник, с кем он может делиться. И с кем быть другом, это может быть женщина или мужчина. Вот. И таким человеком у нее является ее муж, с которым она общается, живет вместе, то есть им хорошо вдвоем. Вот. У нее нет ни подруг, ни друзей, ну может быть там какие-то по интернету, может быть кто-то. Вот. Гостей они особо домой не приглашают, ну как бы вдвоем так. Животных она тоже особо не любит. Сын тоже живет отдельно с семьей. Я так понимаю, что они редко к ним приезжают, и внук редко приезжает. Если, например, ее муж пригласил каких-то друзей, приятелей или кого-то там домой, в дом. Она предоставляет ему такую возможность ухаживать за этими гостями, готовить им, принимать их. Она занимается собой, своими делами. Прям почти такая же философия, как у этой
Ираида Степановна в фильме «Между нами девочками». Это девушка на пенсии. Она тоже, знаете, занята собой. Счастливо живет в доме. Я понимаю, без особых таких претензий. Ну что у них такие, по-моему, два дома таких деревянных. Участок, муж на огороде работает. Она пишет методики там по интернету, у нее там по скайпу, ученицы. Отдыхает, свободное время есть, гуляет. В лесу там, озеро. В город, все, у них продукты, они закупают оптом, там яблоки, там, знаете, какой-то каких-то фермеров, органик фермеров. Продукты закупят там ящиками. Там это морковка, капуста, там смотрела, там капуста, там все 40 кочанов у них сразу. Потом они такие сыроеды, такое у них интересное питание, специфическое. Продукты есть, в город редко выезжают. Муж у нее все сам делает для себя, и стирает, и еду готовит. Такая, то есть как бы себя где не хочется, она себя не напрягает. Вот такая позиция. Ну, в общем, я так понимаю, в этом она как-то и видит. Ну, не каждый так может, так она считает, ну да, говорит, что она счастлива. А нет, живет без плохого настроения. И не позволяет другим, другим людям портить себе настроение. Вот. Ну, то, что она хочет там к годам стать иконой стиля, там это фотографии делать, свои там эти фото такая. И что им почти 70 лет, пенсионеры. Там на ее, вы можете ознакомиться, но я там часто загружаю ее такие небольшие видео, вот ее методики, и так там у нее канал на ютубе, там больше 700 видео. Методики она вместе с мужем со своим пишет. И в каком-то таком личном плане тоже, ну как это вообще, как-то, знаете, получается, и в личном плане, как-то, знаете, она тоже считает, что вот, как говорится, чтобы, знаете, как говорится, если человек чувствует себя свободен, может быть, он куда-то там, ну, понимаете, да, в этом личном плане тоже у меня такая
по крайней мере, мысли она такие высказывала, что... Может, у них как-то взаимно, вот это вот такая теория. Ну, с другой стороны, знаете, теория не теория, вот дайте вот этот фильм. Как там? Клиника счастья, вот эта женщина. Вот это вот узнала, совсем вот так вот раз и огорошилась. Что муж ей изменяет с такой романтической девушкой, и там дочка у него на стороне, ну вы поняли, да? Она считала, что у нее счастливая семья, а потом так огорошилась, что у нее любовница молодая, у них там ребенок. А сын ее с учительницей спит, в общем, на самом деле, и, в общем, как-то вот это. В общем, вторую серию посмотрела. Она хотела сына удержать, а сын сказал нет, пошел к этой учительнице с цветами. Муж к любовнице, она такая дома, такой, знаете, так ее это, такая, как говорится, и такая ярость, ненависть обуяла, что вот так вот, представляете, муж ушел к любовнице, и сын сказал, что нет, не послушался. Сказал, что вот к этой учительнице, в общем, как-то вот так, у старше него. А потом пришел, а у нее там семья, ребенок, в общем, тоже, как говорится. И она поехала к подруге. К подруге, в таком халатике. А подруга себе там это вызвала мальчика по вызову, такой парень, ах, такой вот парень. И ей предложила, говорит, если хочешь, ну вот, пожалуйста. Так что вот, она там пыталась с ним вот это вот сексом заняться. Ну, в общем, честно говоря, первая серия мне более феерической показалась. Более феерической. Вот, чем вторая, но в принципе как-то так. Посмотрю, что, вот, что там у них дальше будет. Так что вот смотрите, сейчас, когда уже вечереет, знаете, сколько времени сейчас Санкт-Петербург в России, Санкт-Петербург? Почти 11 часов вечера. Смотрите, как светло. Правда, у меня, смотрите, включен свет в комнате, и зато видны мебеля. Смотрите, теперь видны мебеля, я шикарно видна. Почти 11 вечера. Ну, не почти, не совсем почти. Можно сказать, что там без 20, ну там. Где какая съемочка? Съемочка на балконе. Там без 20, 11. В небе наблюдается самолет. Даже точно вам скажу, 37 минут. 22 часа 37 минут. Куда он тоже ушел с горизонта, этот самолет. Ну там явно, наверное, есть вот это вот, куда они садятся, потому что тоже за дом туда пошел на посадку. Самолет пошел на посадку. Обратите внимание, какая идет съемочка у меня на моем балконе. Вот. И мебеля такие видны, такая картина шикардотная, да? Ну, что-нибудь такое позитивное, да, позитивное. Ну, не знаю, получается, что, понимаете, вот эта клиника счастья тоже как-то все это, где перипетии, тогда все-таки к этой Ираиде Степановне, к девушке на пенсии. Все-таки как-то вот ее философия более какая-то вот такая.
Там, наверное, немножко не хватает такого, что когда плохо, они смеются. Вот, а та вот так вот живет. Вот. Я уже говорила. И потом, конечно, пение, если ей плохо, она или поет, или смеется. Вот, пение ей помогает, артистизм, что, знаете, такая. В общем, на самом деле, наряды и пение. И, конечно, общие интересы. Один же у нее аккомпаниатор, вот это, понимаете, там аккомпанирует, она поет, вы понимаете, да, все такое творчество, такое творчество. Второй там этот ее, ну, это как бы, я понимаю, что она с ним замуж вышла, так что вот, директор этой филармонии, как это называют. Я там загружала вам еще одну серию, там, знаете, как говорят, что, знаете, там же даже говорили, что вроде как она там в детстве задержала, знаете, она себя так вот ведет на пенсии, как это, такая вот, знаете, в общем, знаете, как там говорят, легко, знаете, как-то она легко по жизни. А, эту серию я загрузила, там она стала БАДа, ее заинтересовала, знаете, ну, знаете, таких людей, они, знаете, некоторым таким вот впечатляются, она этими, ну, это ладно, она этими БАДами впечатлилась, а потом помню, что в другой серии ее там докинули, она там купила эти, она, в общем, потеряла там, знаете, это, на самом деле БАДы, это такое дело. В общем, она впечатлилась, и деньги там пришлось отдавать, в общем, такое, в общем, это дело. Она уже впечатлилась, подумала, что они будут такие супер, супер богатые, будут по заграницам ездить. Вот. Но это ладно, это ладно. Ну, очень позитивный, знаете, вот такой позитивный настрой. Хотя, если посмотреть, знаете, вот так вот сказать, что вот такая философия, если посмотреть там эти много-много серий, то есть там тоже у них всякие такие перипетии, ну, такие мелкие какие-то жизненные, то есть разные тоже ситуации у них там. Нельзя сказать, что она прям, знаете, вот так вот, прям такая вот, вот это, потому что я там смотрела не все серии, но я так посмотрела, там даже там несколько сезонов этого сериала. Ну, вот. Ну, так немножко думаю о фильмах, знаете, о фильмах, все-таки ресторан, такой ресторан, знаете, литературное чтение, или знаете, как вот этот вот. Ресторан The Beauty, творческой студии позитивного мышления Татьяны Салмановны Мактум Сайфуддин. И все-таки так думаю, знаете, вот как говорят, как начали, ну, знаете, здесь вот на балконе я не совсем смогла эту книгу читать, там всякие такие, знаете, термины и так далее, ну, вы поняли, да, по тантре, по тантра-йоге из книжки Натальи Борисовны Правдиной. Вообще тематика такая, все-таки она, знаете, привлекательна и, в общем, применить можно, просто такая, знаете, изучать танцы живота, тантру, тантра-йогу и вообще руководство для женщин по поводу наслаждений, какие-то такие вот, ну, что-то такое интересное, что такое интересное, позитивно интересное. Ну, а также много интересного, жемчужины мудрости есть, конечно, таких книг, у меня такая вообще библиотека просто шикарная, жемчужины мудрости. Опять забываем, наверное, знаете, день феерично проходит, знаете, как там, Норман Винсент Пилл и Джозеф Мерфи. Мы же с вами, я же вам читала это. Как там мужчина? Он даже, как там, таксист или что-то, он посвящает день, он когда вот каждый день посвящает день Богу. Вы помните, я читала? И говорит, что жизнь ему складывается удачно, и даже, в общем, он как бы доволен там вот это, своей жизнью, то есть вот такая вот эта позиция, она проходит такой этой, я бы сказала, не нитью, а жемчугом, ожерельем через книги Норманда Винсента Пилла,
Джозефа Мерфи, которые советуют, я немножко суммирую, знаете, вот это, когда вечером, ну, когда ложишься спать, считаю, что, ну, как говорится, вот омолаживаешься в косметическом кабинете Бога или оздоравливаешься, какие-то такие просто жемчужины. В этих книгах я тоже прочитала: в партнерстве с Богом возможно все. Ну, это какие-то цитаты из Библии. Если Бог за меня, кто может быть против меня? Вот. Что-то еще такое. Вот, такое интересненькое. А, там у меня это. Сейчас приду. Вообще очень интересно, какой-то, наверное, напор, да, и, знаете, придется, наверное, когда буду уходить, наверное, буду воду выключать, вот. Выключено у меня, знаете, вот это вот, иногда так этот кран, так он такие звуки издает, особенно, знаете, когда я там стираю белье в этой машинке. Сейчас у меня там все выключено было, вода выключена, и вдруг из крана, понимаете, вот это вот, знаете, такая вибрация, и такой немножко поток воды, вот, и такая вибрация, и звук такой. Это явно, знаете, какой-то там то ли напор, ну, не знаю, как связан с каким-то напором, еще с чем-то. Получается, знаете, когда вы там уходите, уезжаете на какое-то время, как там мне говорил электрик кооператива Марина, что имейте в виду, что электричество нужно, это рубильник отключать, чтобы не было никаких этих эксцессов, ни пожаров, ничего. У меня там напрямую было подключено, он мне сказал, что все нужно менять, я там меняла. Вот, потому что когда вы уезжаете, рубильник, ну, по газу он не специалист, он по газу, у меня же там и газовый котел, газ тоже нужно отключать, вы поняли, да? Потому что газ это тоже не шутка. И сейчас я смотрю, что, знаете, вот эта вода, вот просто все выключено, вот, и смотрю вот с напором, вообще вот была выключена, и вдруг вот это вот чуть-чуть потекла, и понимаете, вот этот звук, такая вибрация, какой-то напор дали. Получается, знаете, вот, все нужно как-то вот знать. Если на какое-то время там уезжает, там, ну, не знаю, там, или там, ну, я не знаю, там, сейчас, знаете, летний сезон, люди там из квартир, там, на даче, не знаю, там. Так что вот. Так вот перекрыл, знаете, воду холодную, горячую, электричество. И едешь уже там, не знаю, там, или в отпуск, или как-то вот. На уикенд, или, я не знаю даже. Так что вот, я просто сейчас закрыла, и пришлось немножко ее открыть. Иначе, когда я полностью закрываю, она вибрирует, весь вообще кран так вибрирует. А, кстати, вот там объявление-то было завтра, но у меня и раньше, знаете, и раньше такая-то штука, это по стыку что-то такое. Вот. Так что вот такие вот дела. У меня такой порядок, творческий порядок. В общем, здесь видео загрузила, сейчас буду загружать мои видео. Моя страница Фейсбука.
Ух ты, надо было немножко так подкраситься, в общем, как-то вот так. Для такой близкой съемки.